Максимальное количество паров алкоголя можно сесть за руль. 0,02. 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 0,02
Вы знаете, что основная цель всех этих действий — это
повышение качества работы, повышение престижа профессии. Мы хотим славы. Прекрасная. И вот, сегодня мы снова провели конкурс на, ну, на то, чтобы определить самого быстрого бармена в городе Смоленске. Все проходило на ваших глазах, регламент был прозрачный, все все видели. Оценочный лист, ну, можно сказать, у вас перед глазами. Оценочная доска. Итак, вот так, пришли, да. Количество баллов 184, третье место, Юр Михайлов. Да, руки тряслись, но проливов не было. Это самое главное. Вот помните, как в 9-й роте можно что угодно сделать, просто на задание партии выполнить. Трясись, колотись, как угодно. Что, давай уже выходи сюда. Давай. Камни главные не обыграли. Второе место с количеством баллов 178, Никита Дунаев. Ура! Человек, который говорил, что я не готовился, я не хотел участвовать, все остальное, поэтому бутылочка легендарного ликера Амаретто ему за участие и за профессионализм. И первое место уже, можно сказать, традиционные, да, он прячется там. Серый, Серый, в нашей школе. Серый, 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 Серый,